Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь. Гуляйте по каналу, смотрите видео. Видео уже очень много, и поэтому они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Поэтому заглядывайте в плейлисты, выбирайте нужное вам видео. Надеюсь, оно вам понравится. Не забудьте поставить лайк, подпишитесь обязательно на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Очень здорово. Вам всем отдельный привет, слова благодарности, вам большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, даже с такой палитрой уже работали. И с новым узорчиком. Новички, кто еще не работал с данной пряжей, да, сомневаетесь, пробовать, не пробовать, смотрите. Итак, Ализен Гора Голд, называется ниточки. Здесь получается в 100 граммах 550 метров, то есть ниточка тоненькая, да? Идем дальше. По составу здесь находится, получается, 80% акрила, 20% шерсти. Крючок советуют производители брать от двоечки до четверочки. Я данную пряжу вяжу троечкой, да? То есть смотрите ваша плотность вязания. Если вы берете точно такую же пряжу, смотрите, какая у вас плотность, берете двоечку, троечку, четверочку. Если у вас другая пряжа, вы можете брать и другую пряжу, не только такую, какую я показываю. Обязательно читайте аннотацию, да, новички особенно. Читайте аннотацию, и вам будут там советовать, какой крючок лучше брать. Итак, цвет пока не забыла, покажу. Цвет 185. В принципе, такой нежно-розовый цвет на самом деле и есть. Ниточки, в принципе, неплохие, да. Единственное, что новички, когда будете вязать вот эти вот небольшие ворсиночки, поначалу могут вам мешать. Поэтому сильно крючок маленький не берите. Так, а так Заранее просто продумывайте, сколько у вас будет количество петель, количество у вас будет столбиков, потому что ниточку очень будет трудно распустить. Возможно, да, но сложно. Видите, ниточка вот такая вот она. Не сильно пушистая, но пушистая. Поэтому, если что, заранее просчитывайте количество петелек. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, узорчик сегодня легкий. Раппорт узорчика равняется 3 петелькам. Я наберу, получается, 10 раппортов, дополнительно еще 2 петельки, чтобы узорчик красиво закончился. Это уже будет 32 петельки. И хочу набрать по бокам по 3 кромочных столбика: 3 с одной стороны, 3 с другой стороны. То есть, получается, это уже 6 дополнительных петель. Итого я набираю 38 воздушных петелек для своего узорчика. А вы для своего смотрите, как вам удобнее, больше или меньше. Все как всегда: в начале петелька фиксации. И получается, при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь тридцать восемь воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, тридцать, четыре, тридцать, пять, тридцать, шесть, тридцать, семь и тридцать, восемь. Вот мой будущий образец. Далее, особенно для новичков, да, настоятельно рекомендую. Давайте сделаем вместе дополнительный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Получается столбик называется с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки, нашу косичку, Точно так же провязываем столбик с накидом. И в следующую петельку цепочки. И вот так вот мы идем по каждой петельке, не пропуская. Да, внимательно контролируйте. И провязываем столбики с накидом. Почему я рекомендую сделать дополнительный ряд столбиками с накидом? Потому что, особенно новички, да, кто смотрит, они поначалу запутываются, где петелька воздушная. Пропустили они ее, или провязали, и так далее. А когда у вас будут столбики. Ну, смотрите, как бы не пройдете точно мимо верхушки столбика, да? Вот. И смотрите, если я, например, набрала 38 воздушных петелек, то я должна, естественно, набрать 38 столбиков с накидом. То есть я сама сижу, считаю себя контролирую. Если вы набрали меньше петелек, значит, у вас должно быть и столбиков соответственно количество, да. Если больше, то точно так же проверяйте себе. Все, несложно. Не забывайте, что вот эти три петельки подъема, первые самые, да, мы считаем как столбик с накидом. Это имитация столбика с накидом. Сколько столбиков я сейчас провязала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот, все, до конца ряда вы вместе со мной в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно, несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наш вспомогательный ряд готов. Так, что делаем дальше? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И еще следующие два столбика я буду провязывать столбиками с накидом. Это будут так называемые мои кромочные столбики. Вы можете делать 3 столбика кромочных. Вы можете делать 4, 5. Вы можете, например, не делать вообще. То есть тревого у вас изделие Дальше смотрите, что делаем. Накид, 2 столбика пропускаем в третий столбик провязываем столбик с накидом. Две воздушные петельки, раз, два, и возвращаемся сюда же и провязываем еще один столбик с накидом. У нас формировалась вот такая вот рогатка. Накид. Два столбика пропускаем, в третий провязываем опять такую же рогатку. Раз, два, вернулись еще один столбик с накидом. Понятно? И вот так вот вы будете шагать, два столбика пропустили, в третий провязываем еще одну рогатку до конца ряда, две воздушные петельки и сюда же столбик с накидом. Вот поэтому мы сами набирали дополнительный ряд, потому что здесь в воздушных петельках новички могли бы запутаться, а сейчас точно не запутаетесь, верно? Верно. Итак, до конца ряда провязывайте вот такие вот рогаточки. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Все, давайте. Так, смотрите, вот наши рогаточки практически готовы, как мы заканчиваем ряд. Да? Вот последняя рогаточка. Опять пропускаю два столбика. И вот последние мои три столбика буду провязывать просто обычными столбиками с накидом. Это тоже будут мои кромочные столбики. Повторюсь еще раз: что вы можете провязывать здесь 4, 5, 7, 10 столбиков, в зависимости от того, какое у вас изделие. Итак, три столбика провязали, 3 петельки подъема. Поворот. Опять мои кромочные столбики. А дальше начинается самое интересное. Теперь мы будем работать с вами вот с арочками от наших рогаточек. Видите, в каждую арочку. Итак, в первую арочку нырнули и провязали столбик без накида. Далее вот так вот петельку подтянули. Накид ныряем в арочку. Вытягиваем ниточку. Вот так вот ее подтягиваем. Держим на крючке. Раз сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5. Вы можете делать и 6, и 7, и 10, и 12, сколько угодно, да, можете меньше, можете больше. Это будет пышный столбик. И чем больше вы сделаете накидов, чем больше вы сделаете петелек, столбик будет более эффектным. Но смотрите, получается, чем больше вы сделаете петелек, столбиков, тем естественно вы, получается, потратите больше пряжи. Так что заранее знайте, пышечные, пышные столбики кушают много пряжи. Вот так все прям полностью провязали и вот так вот зафиксировали. Угу. Далее смотрите, что делаем. Опять сразу же после пышного столбика в следующую арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Понятно? У нас получается пышный столбик сразу как бы автоматически ложится налево, видите? Опять потянули вот так вот петельку, держим накид, ныряем. Я буду нырять пять раз. Раз, накид, два, накид, три накид 4, накид 5. Теперь все вместе провязываю, все-все-все петельки и фиксирую. Понятно? Вот такие вот пышные столбики. И точно так же далее. В следующий, получается, арочку нырнули, провязали столбик без накида, петельку подтянули, накид, раз, два, три, четыре, пять. Провязали, зафиксировали и присоединились к следующей арочке все пышные столбики аккуратненько ложатся на бачок. видите вот такая вот картина все несложно несложно давайте до конца ряда в конце ряда встречаемся у вас получится так смотрите вот я ряд провязала да как я закончила ряд получается после пышных столбиков у меня сразу три кромочных столбика и я уже поднялась на следующий ряд провязала еще три кромочных столбика. И здесь смотрите, какая наша следующая будет задача. Теперь получается, мы с вами сразу же после трех кромочных столбиков делаем 2 воздушные петельки. И возвращаемся сюда же к этому же столбику и делаем как бы рогаточку, столбик с накидом. Понятно? Вот. Далее накид. Перепрыгиваем через шишечки, получается. И вот там, где у нас шишечка начиналась со столбика без накида, вот мы в этот столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз, две воздушные петельки. И сюда же вернулись и провязали столбик с накидом. Еще одна рогаточка, видите? То есть получается, мы сейчас с вами будем повторять полностью наш первый ряд. Он будет состоять у нас из рогаточек, единственное, с небольшим смещением. Видите, да? Опять накид. Вот, смотрите, четко видно. Вот наша шишечка начиналась со столбика без накида. Мы в этот столбик ныряем и здесь провязываем рогатку. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. Несложно? Несложно. Видите, начинают формироваться рогатки. И так далее. Вот шишечку, видите? Столбик, видите, без накида. Вот в него ныряем и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом. Все. До конца ряда. Весь ряд рогаточки. Давайте, у вас получится. А в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш ряд с рогаточками готов. Здесь получается у нас, ну, по крайней мере, у меня получилась рогаточка. И вот три столбика моих кромочных. Три петельки подъема. Поворот. Опять мои кромочные столбики. Без них никуда. Ну, чтобы краешек был ровненький, да, не волнистый. При данном узорчике он, конечно, хочет быть волнистым. Итак, вспоминаем, опять работаем только с рогаточками, да, в этом ряду. То есть мы ныряем в рогатку, вначале провязываем столбик без накида, подтягиваем эту петельку, накид, и в моем случае будет 5 петель, 5 накидов. Раз, два, три, четыре, пять. Все провязали, зафиксировали. И сразу же в следующую рогаточку. Опять оп, нырнули, потянули. Накид. Раз, два, три, четыре, пять провязали, зафиксировали и так далее. Поняли, да? Вот. И у вас опять начинают формироваться вот такие вот шишечки, пышные столбики, которые ложатся как бы на левую сторону. Красота, красота. Давайте опять довяжем до конца ряда вместе. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите. Красота, красота. Ровненько, аккуратненько. Далее что мы делаем? Момент такой, хочу уточнить. Раз, два, 3 петельки подъема, поворот. И вот получается мы наши кромочные столбики опять провязываем. То есть третий столбик у нас будет вот за верхушку пышного столбика. Понятно? И теперь получается мы четко повторять начинаем с самого первого ряда. То есть вот у нас первый, второй, третий, четвертый. Да? А потом опять первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. То есть я начинаю рогатку вязать вот сюда. Понятно? Чтобы у нас краешек не ушел никуда. Там вправо, влево и так далее. Вот, я возвращаюсь, получается, вот к этому столбику и начинаю провязывать рогаточку здесь. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. И далее опять вот от моего пышного столбика столбик без накида. И в него ныряю и провязываю столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и столбик с накидом 2. Понятно? Все, я начинаю формировать точно такой же ряд, который у меня был в самом начале. Вот он первый. Возвращаюсь я пышными столбиками, шишечками. Потом у меня идет третий ряд, да, четвертый и так далее. Первый, второй, третий, четвертый, первый, второй, третий, четвертый. Несложно? Несложно. Вот такая вот картина по итогу получается. Давайте мы увеличим наш образец на несколько рядочков, да, и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается красота. И я считаю, что это изнаночка. Потому что, смотрите, когда переворачиваешь на другую сторону, мне кажется, шишечки выглядят более красивее, красивее, красивее. Да? Вот. Видите, несложно. Получается, в каждой рогатке сидит пышный столбик. Красота, красота. Вот. Да, красота как бы двухсторонняя, но мне кажется, эта сторона лучше. Мне кажется, пышные столбики здесь более пышнее, да? А здесь они какие-то более ровные. То есть, ну, выбирайте, какая сторона вам понравится, можете непосредственно эту сторону оставить в качестве лицевой. Итак, давайте замерим. Если набирала я 38, получается, 100 петелек воздушных. Если это же пряжа, этот же крючок, да, этот же плотность вязания, например, то это, ну, вот 22,5 сантиметра. И тут получается раз, да, ряд. И получается, каждая шишечка это два ряда. То есть рогатка и шишечка, да. То есть 2, 4, 6, 8, 10. И первый 11 это получается у нас 10 сантиметров. Да, то есть как бы узорчик немножечко такой сплюснутый, да, кажется. Но, опять же, видите, как он хорошо тянется. Что это может быть? Конечно, это может быть палантинчик, это может быть кофточка, кардиганчик. Да, не забывайте, что пышные столбики скушат много пряжи, поэтому запаситесь, так скажем, пряжей. Это может быть просто какой-то один из элементов декора. Может быть, у вас будет кармашек такой, да. А может быть, просто отдельно рукавчики будут у кофточки, да, у вот джемперочка. То есть, смотрите, вариантов много. Опять же, в зависимости от того, какую вы пряжу будете использовать, либо летнюю, либо зимнюю, это такая вещь будет, да. Либо это, может быть, вы в топике сделаете какой-то, либо элемент, либо будет топик, да. Либо это, может быть, у вас шарф снут, то есть, на, как бы, на ваше усмотрение. Вот такая вот красота. Я надеюсь, видео вам понравилось. Видео сегодня несложное вообще, каждый справится, у всех получится. Не забудьте ставить лайк, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Впереди много новинок, нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками, а также сохраняйте себе в плейлисты, чтобы потом посмотреть в удобное для вас время. Всем равных петелек, встретимся в новых видео. Пока-пока.